Первый тур, день номер два, продолжает свое шествие. Ну и стартовый состав Амкала на ваших экранах. Брукбойс на ваших экранах. По похожим схемам играют команды. 4-3-3. Ну, остались Амкал с мячом. Опасно. Подача. И это момент специально для Дубникова. Кирилл подстраивался под подачу, но мяч потерял Дубиньо. Дуб и Дубиньо сегодня вместе. Да, есть Дубиньо и Дмитрий Кузькин. Опа! И расчетливый пас. Смотри как. Кузькин Кузи пошел. Подача. Мяч выходит за пределы поля. Это удар от ворот. А здесь подача от Броуков, и укол выпрыгивает выше остальных. И здесь Федос кричит, как неуверенно, Федос играет кулаками. И в итоге здесь Салим. Все, чуть не забыл, Салим, Салам. Я говорю, Салим против Салама сегодня. Против него закончено дело судопроизводства, он вышел из... Но начинается поджигание, Егор пришел, уже выходит. А что не так? Ну, Арсений Левшук намеренно вот так вот перешагнул игрока Броуков. Желтая кашка Егора. Мог просто пойти. Это же вратарь 17 Джонни, секунд. Джонни Кэтсвилл. Да, вот так. Вот так. Райзен против Дубникова. Это вот просто. Нужна была просто спичка. Опа, там опять, смотри, опять? Какая-то стычка. Стычка какая-то происходит. Так, давай просто вот главное, буквально... чтобы Валех оставался на бровке, остальное не важно. Давай вот просто буквально секундочку. Что сегодня самое смешное может произойти на матче? Заброс. И здесь Корж может побороться. И Федос. Это положение вне игры. Плюс Табрик. Еще Юдов. Давид удар. Федос отбивает. Ну, кстати, у Сергея... Посмотрим этот момент. Да, не стал гадать Федос. Остался по мячу и был прав в своих догадках. Отличный спокойно удар. Спокойно. Кузя и Кузю отправляет в этот длинный забег. Но против него Давыд убирает Кузю под себя. Пенальти. И это... Штрафной. Выдаю желаемое за действительно. А желтую карточку показывает Алишер. Давид только что бил штрафной. О, по просьбе Алишера, кстати, только показал. С этой точки, но в другие ворота. А теперь фолит. Да, за пределами штрафной против, Дубини пробегает. Удар! Удар! Намертво. Зирика, Ванечка. И как можно больше. Потому что ты обнимаешь человека или просто его видишь, и у тебя возникают самые теплые чувства. И когда они возникают от отца, ну это же просто потрясающе. А вот Илья на месте. Удар! Ух ты! Алишер хитро, угловой. Родина Меди, еще одна интересная дуэль. А в это время диагональ неплохая. Салам! Выше ворот, Салам. Ну, по сути, это полуфинал, потому что это предфинальный финал. Да, да. И, к слову, подача. Ой, опасно. Так. Левшук, Сеня. Прострел. Один-ноль! Дубников. Подача от Арсения. И вот оно, замыкание. Арсений Левшук. Ни один повтор не дает точного понимания, что произошло. Арбитры будут наверняка изучать эпизод дополнительно, но... Момент на гол совершенно очевидный. Сергей Шинов проигрывает позицию. Минутки три точно добавят, 100%. Уверен. Подача. И вверх выигрывает. Неплохо у нас игрок Броуков. Кто это был? Не осознавай, не подозревай, что это они. Потому что это на интуиции. Алишер, удар! Ух ты! Тащит мяч Зириков и потом накрывает мяч вторым движением. Ромарой в перерыве сказал, что это, возможно, будет другой тайм, не похожий на первый. И пока действительно достаточно опасно. И совсем другой темп у этого матча. Ну, правда, Исо. Подача. Нет, подача в итоге на Дали! Где мяч? Коллега, опять же Федос, я тебе отвечаю на вопрос. Это было опасно. Ну, Жекич, конечно, невероятно. Броуков снимал эту подачу. И Федос очень хорош. Легко, на самом деле, забирает мяч. Вот с этого ракурса было видно, что мяч прямо ему в руки летит. Снова Таба. Подача. Заброс какой неплохой. Шиша! И это офсайд. Ну и выше ворот Шиша здесь исполнил. Вот играл, ему разбили головы. У него окровавленная голова. Ой-ой-ой, здесь пока момент. И белая футболка вся в крови. А теперь Броуки в атаке. Шиша. Удар! Фидо забирает намертво мяч. Я такой думаю, это что, Имай? Это отличный пас Алишера. Зрячий, а? И причем отобрал-то мяч у Саламу, своего друга. В атаке. Подстраиваются друг под друга. Салам. И тоже пас отменный. Ну-ка, Шинкаренко! Ох, как классно развернулся и пробил. Ну, знаешь,
так на пару-тройку минут его Бровки выпустят, так он и более того еще... Сарксян, Корж и Кроха. Момент! 1-1! 1-1! И что, это снова Жекич? Ну, смотри, какая передача. Мяч летит, крутится в обратную сторону. Очень неудобно было принимать мяч. И вот к чему это, привело. Итак, взяла это интервью. Не понимаю, почему только Амхал здесь не забил. Потому что, как мы знаем, как только Евгения берет интервью у игроков, они тут же создают опасный момент или забивают. Так что... На этом месте не получаются финты. Подача. Опасный удар! Ближний угол. Это Кроха. Деньги. Кроха. Вот. Хороший пас! Арсений, капитан Афганы! Капитан, капитан, улыбнитесь! Шикарный. Ты... И удар внешний в ближний шикарный. И даже, о, великий Фидос ничего не может поделать. Ну и тут отмечаем голевую Кроха. Передачу Кроха. И капитанов, они вместе выходили на замену, вот буквально. Там. Пошла диагоналечка на Саламу, в одно касание! Вау! Как же Броуки разыграли эту атаку, Корж, красиво! Салам классно сыграл в одно касание и удар Коржа рядом со штангой в стойку за воротами. Алишер на правом фланге, подачи. Как... Сколько в нем роста! Жекич, сейчас пойдет 90-я минута. Кадрич. Алишер. И подача на дальнюю. Отличный пас! Не хватило чуть-чуть. А в это время атака. И один на дальнем фланге. Арсений Капитанов. Это провал! Это провал! Это и Май. Невероятно! И Май оставляет команду в игре сейчас. Какая жизнь! И то, и другое рифмуется с и Май. И Май, и Май, и Май. Дважды оставил команду уже. Все дарит и дарит ей шансы. Когда же команда Мовтамасян неплохо проходит одного, второго удар. Но это для Зирикова легкая добыча. Что, здесь будет удар для подачи? Это удар. Ай-яй-яй! Да ладно! Это Шинкаренко! Это шина, шина, шина! Что за машина? Это шина! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Месть, которую нужно подавать холодной. Никаких лишних эмоций. Броуки просто выигрывают в футбол. Это шикарно. Корж делает голевую передачу, а Шинкаренко на мажорной ноте завершает эту игру. Шикарный, шикарный матч, достойный медиафутбола.